Здравствуйте! На этом видео я расскажу вам про ходовой светодиодный комбинированный огонь, а также про электрический патрон-основу для него. Как вы, наверное, уже догадались, это заводская упаковка, и именно в таком виде товар находится на складе. Пластиковый блистер и внутри бумажный вкладыш. Сам комбинированный огонь бывает в разных цветовых исполнениях. В данном случае это у нас хром, здесь матовый белый корпус. Будем скрывать, наверное, хром, потому как у нас платформа тоже хромирована, и, на мой взгляд, это вместе будет выглядеть лучше. Итак, сам ходовой огонь в комплекте, кроме самого изделия, ничего нету. А в платформе мы видим пакетик, и в нем три нержавеющих самореза для того, чтобы закрепить его на палубе вашей лодки. Отверстия в пластмассовом корпусе и в хромированной части тоже. Для чего все это нужно и в чем наша выгода? Многие небольшие лодки, пластиковые, алюминиевые, даже лодки надувные ПВХ, не имеют надстройки, и установить ходовые огни не представляется возможным. Либо их можно установить на борт, но в этом случае они будут находиться слишком низко, и при достаточно высокой волне их просто не будет видно. С помощью такой штанги удлинителя мы поднимаем ходовой огонь на некоторое расстояние, то есть здесь это сантиметров 40 где-то, и установив розетку, допустим, на баке вашей лодки всегда найдется место, где можно сделать отверстие, завести туда провода питания. Как видите, розетка снабжена герметичной, то есть крышкой, резиновой крышкой, которая герметично защищает контактную часть. При хождении в светлое время суток нам ходовые огни не нужны, мы их убираем, и они не мешаются. Если вам необходимо сделать переход в темное время суток, мы просто берем, допустим, из бардачка наш ходовой огонь, вставляем его в розетку, включаем питание, и таким вот образом у нас обозначается наше судно. Сейчас работают еще софиты, то есть освещают нас студию, но при этом, в принципе, можно видеть, что я поворачиваю налево, вы видите правую часть, зеленый свет, поворачиваю налево, соответственно, у нас становится видным красный свет. То есть, если лодка идет к вам левым бортом, вы видите красный свет, если лодка идет правым бортом, видно зеленый свет. То есть свою задачу данное устройство выполняет полностью. Светодиод достаточно яркий. Если мы погасим свет, то в принципе их будет видно очень хорошо. Вот как-то так вот. Не без удовольствия хочу отметить, что в линейке продуктов компании Sternair есть аналогичные светодиодные огни, только стационарной установки. Крепится такой огонь тоже вертикально. Допустим, закрепить его можно на торгу. Выбираете под вашу лодку нужный вам аксессуар, заказываете в интернет-магазине «Водник» и получаете в такой вот упаковке.